77% работающих жителей республики не устраивает их зарплата. К такому выводу пришла служба исследований HeadHunter. Эксперты опросили соискателей, чтобы выяснить, обсуждают ли они с начальством повышение жалования. Как сообщают эксперты, почти 60% жителей республики признались, что общались с руководством на эту тему. Причем 70% работников, как оказалось, сами инициировали такой разговор. Более половины опрошенных аргументировали необходимость увеличить им зарплату тем, что добились определенных результатов в работе. 43% тем, что повысили свою квалификацию и приобрели новые знания. А часть респондентов жаловалась, что уже давно не было повышения. Кроме того, 14% сообщили руководству, что им предложили вакансию в другой компании с более высокой оплатой труда. А 4% не приводили никаких доводов в пользу увеличения жалования. В итоге положительного результата удалось добиться почти половине жителей Башкортостана, решившихся обсудить этот вопрос с начальством.